Всем привет, ребята, с вами Алексей Середа, и это мой самый первый видосик на моем канале. Ну что, друзья, вот это мы идем, короче, на трешу. Ну, канал не хотел бы снимать, конечно, он портит все, но как бы попадает в кадр, ничего с этим не поделаешь. А вот это польский бассейн, хорошенький такой. Французский. Надает. Вот, короче, здесь выдают вот такие вот браслетики, чтобы открыть шкафчик. Чирик, чирик, и все. И, ну вот, польский бассейн, в принципе, такой большой, вот телевизоры здесь есть, на другой стороне тоже, вот. Ну и сейчас мы идем вот тут в зал. Так, ребята, вот это Кирилл Болев. Мы только что... Вот это я, снимай меня. Пожалуйста. Давай, подойди. Вот это я. Мы только что закончили нашу тренировочку. У нас было, ну, супер лайтовое. Поделали спаддики, ну, такое, понимаете, все. И сейчас, что мы делаем? Расставимся? Ну, типа расставимся. На самом деле, вот я снимаю видос, пока никто не видит. Так. Ну, что, ребятки, сейчас расставимся. И идем в отель. Тренировочку. Сегодня суббота, заключительная, попарили. Я попрыгал метр. Короче, видосики все будут. Я их вставлю чуть попозже. Идем в бедреночку, закупаемся, потому что в воскресенье здесь ничего не работает. Нам нужно закупиться на субботу, на воскресенье. У нас как бы есть питание, но такие, знаете, снеки чуть-чуть. Полудники, перекусики должны быть. Походка вообще шепчет, мне здесь очень нравится. Сейчас на обед, скорее всего, тоже картошка. Нас тут кормят, ну тупо постоянно мясо, салатик. Ну, картошка по КД, просто в разных видах. Типа картошечка фри, иногда пюрешечка, иногда по-селянски и так далее. Ну, всем добра и здоровья. Короче, мы вышли в магазинчик чисто купить себе похавать. Вот такой вот группировочкой. Я купил себе смузи, который я сейчас просто уработаю. У меня есть футболка с вот этим человеком. Вот она, собственно говоря, сестра подарила. Ну и вот наш отель, сейчас покажу. Это наш отель, смотрите, кстати, красиво очень. Прям так, луна. Ну и мы, короче, тут чисто гуляем. Всем доброе утро, ребятки. Выходной день, воскресенье. Проснулся 3 часа назад. Поел 2 раза. У меня уже было 2 завтрака плотненьких. Нет, ну второй ладно. На первом я поел, на втором чисто кофеечком догнался. Шо? Сегодня мы идем, наверное, в ТЦ с пацанчиками. Там я захожу в магазин игрушек. Мне нужно купить лего. Прям типа, я не люблю лего, но у меня есть один, так сказать, человек, который его очень сильно любит. Шо потом? Потом суп с котом.
Сори. 12 часов у нас обед. Пообедаем и, наверное, потом поедем в ТЦ. Мы в понедельник следующий уезжаем. На следующей неделе я постараюсь снять вам побольше видосиков, побольше прыжков. Десяточку уже начнем прыгать. Во вторник мы приехали, и у нас такая была втягивающая, чисто там спадики. Потянуться, покачаться. После соревнований нужно расслабиться, хоть ненадолго, 3 дня тоже достаточно. Со следующей недели уже будем полноценно работать, полноценно готовиться к Кубку мира в Канаде. На Кубок мира у меня, в принципе, задач особых. Ну, просто показать хорошее выступление в синхроне с Кириллом. Кирюха. И, ну, индивидуальчик тоже хотелось бы хорошо отпрыгать. А потом все в Украину. В Украину 9 числа, 9 мая. Там мы уже будем отдыхать. Думаю, недельку отдохнем после всех соревнований. А потом уже будем опять. У нас 16 мая начинается чемпионат Украины. Будем готовиться к чемпионату Украины. Он является лицензионным. То есть мы там завоевываем лицензию на чемпионат мира взрослый и на европейские игры. Мы вышли в магазинчик. Уже все в тапочках. Мы идем в Жабку. Мне нужно соломку купить. Сесть на кровать и начать смотреть анимешечку. Рассказывай, да? Мы сходили в Жабку. Что я себе купил? Skinny Latte No Added Sugar. Lactose Free. Бабац. Это в топочку. И... Покажи, покажи подписчикам. Ванила, ананас, банан, платки, овсяны. Это овсянка. Платки, овсяны, это овсянка. Почему же я купил именно все-таки вот такой вот кофе, а не какой-то другой? No Added Sugar. Понимаете, ребята, кто такой профессиональный спортсмен? Профессиональный спортсмен это тот, который, первое, правильно и грамотно подходит к своим тренировкам. Второе, правильно питается, следит за своей фигурой и мышечным тонусом. И третье, это который не пропускает тренировки, тренируется дополнительно и идет к своей мечте. Почему вообще я это для вас снимаю? Во-первых, пропаганда здорового образа жизни. Бам! То есть мне уже можно вот сюда медаль. Второе. Просто веселый контент. Веселый, интересный, правильный и целебный контент. Иду в тапках. Почему в тапках? Потому что почти лето, ребята. Почти лето, приятно, но вообще класс. Вон бассейн. То есть, что нам по факту остается? Говорю огром. Вот бассейн. Вот там магазин Жабка. И вот там отель. Ну все, в 5 минутах ходьбы. Просто. Походка класс, тротуарчик есть, машины не летают. Ну мотоциклы иногда, ну это, кого это вообще волнует? То есть мы живем вообще комфортно, уютно, классно и прекрасно. Даже в рифмушка, потому что это погода. Всем доброе утро. Мы, короче, пришли уже на утреннюю трешу. У нас сейчас получается вышка с Кириллом Бодухом. Ну и потом вторая треша на 2. Так, ну все, ребята, на этом мой первый видеоролик подходит к концу. Если вам понравился, ну, конечно, лайк влепить, там, комментик оставить, с друзьями поделиться, это надо. Это в обязательном порядке. Но если не понравился, пишите мне, может, больше прыжков снимать или больше зала, как я отдыхаю, как я провожу время с друзьями. Ну вот, что вам больше нравится, пишите мне в комментарии, я посмотрю, отвечу. И еще хочу сказать, что если есть какие-то тоже вопросы, вы пишите в комменты, я могу вставлять типа видос, отвечать на вопросики. А так, в принципе, все. Увидимся в новом ролике. Сейчас буду монтировать второй. Бам. С вами был Алексей Середа. Так-то. До свидания.